Я попрошу почтить минутой памяти наших товарищей и тех безвинных людей, которые пострадали в городе Кемерово. Для нашего города Росгвардия имеет особое значение. Более 70 лет Саровская дивизия стоит на страже ядерного центра. От профессионализма военных зависит надежная защита особо важных государственных объектов. Неоднократно менялись названия и организационно-штатная структура. Но всегда, даже в самые тяжелые дни, войска правопорядка с доблестью и честью выполняли и выполняют на них возложенные задачи. В честь профессионального праздника почетными грамотами и медалями наградили офицеров, прапорщиков и сержантов. Представители городской думы и администрации ядерного центра отметили высокий профессионализм военнослужащих и вручили памятные подарки. Поздравить вас с праздником, пожелать вам мирного неба, семейного благополучия, успехов в боевой подготовке, легких трудовых будней. Традиционно на торжество по случаю Дня войск Национальной гвардии приглашают ветеранов военной службы. Игорь Владимирович Старченко всегда с особым чувством принимает приглашение на этот праздник. Это редкая возможность встретиться с однополчанами на территории родной дивизии и вспомнить годы службы. Я хотел бы от всей души пожелать своим боевым друзьям, ветеранам, военнослужащим, которые сейчас проходят службу, удачи, счастья, здоровья, успехов во всем. В завершении митинга военнослужащие продемонстрировали строевые приемы с оружием, а бойцы спецназа показали элементы рукопашного боя и мастерское владение боевым и холодным оружием. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».